Воспитанники детских садов продемонстрировали строевую подготовку. В центре спорта «Муравленко» состоялся парад дошкольников. Он был посвящен 73-й годовщине Великой Победы, рассказывает Оксана Шосток. Они пока еще дошколята, но уже шагают, как солдаты. Четко чеканя шаг, идут дружные отряды различных войск. Отважные летчики, бравые танкисты, смелые пехотинцы и моряки. В параде участвуют 11 команд, воспитанники детских садов города. Каждый отряд по очереди демонстрирует строевую подготовку, проговаривая свой девиз не только зрителям, но и командующему парадом. Для малышей это особая честь. Наш девиз! Ребята очень старались, видно, что они понимают, и слова, которые они говорят, девизы про родину и об отечестве, они западут в душу каждому из них. К параду малыши готовились основательно, учились правильно маршировать, выполнять перестроения, разучивали песни военных лет, узнавали о подвигах и героизме солдат. Таким образом, организаторы стараются развить и воспитать у малышей патриотические чувства, любовь к отечеству, уважение к российской армии и военному делу. В прошлом году мы попробовали его провести. Получили громадный положительный эффект в плане дисциплинированности, в плане взаимодействия с родителями организации, более тесное взаимодействие. И поэтому в этом году мы решили его повторить. Каждый отряд в ходе показательных выступлений продемонстрировал не только строевую подготовку, но и командный дух и, конечно же, парадную форму одежды. Команды почти не отличались друг от друга своей выправкой и желанием показать, чему научились. А кто такие десантники? Порадовали дошколят показательное выступление кадетов. А напоследок всем залом зрители и участники исполнили знаменитую «Катюшу». Итогом большого городского праздника, приуроченного годовщине Великой Победы, стало награждение. Все без исключения команды получили награды. Они отмечены дипломами за активное участие в параде. Оксана Шосток, Антон Иванов. Новости. Муравленко.